До старта «Игр будущего» осталось 1,5 года. Одной из важнейших задач оргкомитета турнира стала подготовка инфраструктуры города Казани. В рамках инспекционного визита республику посетила специальная делегация. За минувший день она посетила несколько площадок города, которые рассматриваются для проведения соревнований. Мы, как спортивная федерация, да, по киберспорту, не только были на ваших спортивных объектах, мы там проводили соревнования уже много лет. И в этом году у нас чисто по киберспорту планируется определенная активность. Поэтому площадки в Казани мы отлично знаем. Казань – прекрасное место, оно приняло большое количество известнейших соревнований, и универсиада, и чемпионат мира, и, естественно, как бы площадки там самого высокого уровня. Поэтому то, что Казань подойдет по всем параметрам, никто не сомневается. Презентация «Игр будущего» состоялась в сентябре 2021 года. Проведение международного турнира по 16 гибридным дисциплинам планируется в феврале 2024-го. Каждая из дисциплин объединяет в себе классический спорт и киберспорт. Очень важно понимать, что в современном цифровом мире важно соблюдать гармонию между физическим и интеллектуальным. И вот как раз «Игры будущего» предлагают тот формат, который позволит сочетать в себе разные навыки и компетенции. Наша федерация, естественно, это всячески поддерживает. Более того, я хочу сказать, что мы уже давно работаем в этом направлении. Например, мы были первой федерацией, которая вписала в правила своего вида спорта, что необходимо выполнять нормы и требования ГТО. И на всех крупных соревнованиях, которые у нас проходят, всегда присутствует площадка ГТО, где можно подойти, попробовать свои силы сдать на значок. И вы знаете, огромное количество людей пользуются спросом. Это несколько тысяч человек в рамках каждого мероприятия проходит через эту площадку, и всем интересно. В рамках визита оргкомитета запланировано посещение Казань-Экспо, баскет-холла, Дворца спорта, Татнефть-арена, Пирамиды, Акбарс-арена и деревни Универсиады. Подробнее об итогах инспекционного визита оргкомитета «Игр будущего» в республике мы расскажем в одном из следующих выпусков. Маргарита Михайлова, Универньюз.